Так, здравствуйте. Сейчас я уберу лишнее. Да, здравствуй. Как тебя зовут? Здравствуйте. Катя, привет, Катя. Сейчас я включу камеру. Да, пока зовите остальных. Так. Сейчас занимается, так что она не может. Понятно, не могут остальные, да? Ну ладно. Понятно. Так, сейчас я звук включу, чтобы нам было красиво и удобно. Ой, сама программа не там. Ну ладно. В принципе, без разницы, где заниматься. Ладно, тогда и здесь занимаемся. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Так, кто у нас присоединился? Здравствуйте. Да, да. Вы сразу... Ирина, Катя у нас тут есть. Вы сразу называйте имя. Забыл, как тебя зовут, мальчик. Я Вова. Вова, точно, Вова. Вот. Вначале мы посмотрим быстренько, как хирогану можно изучать. Вот такие интересные буквы в японском языке. Ти. Кто хочет быть... я тут без вас орудую, да? Кто хочет быть королем мышки? Я. Называйте имя, свое имя. Я Катя. Катя, хорошо. Да. Ти. Надо выбрать Ти. Вот это у нас чиновник ушастый. Ти. Да, кто-то рисует чиновника ушастого, вот эту буковку, а кто-то выбирает Ти. Катя у нас выбирает, а мы рисуем чиновника ушастого. Ти. Это будет... Да, подсказывать можно, да. Это по-японскому? Да, это японский. Это буквы японского языка. Ти. Ну, давайте подскажем всем. Кате. Да, кто-то может нарисовать в тетрадочке у себя. Да, здесь я нарисовала так. Да. Я думаю, это да, третий номер. Да, третий. Видишь, Катя, тебе подсказывают. Это Ти. Вот так вот слышится. Ти. Не, а Ти. 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 Если вы английский изучали, то по-английски написано Ти. Ти. Я английский. Ну или по какой язык изучали? По французски будет ши, а по немецки будет хи. Я изучаю французский. Я тоже. Французский, да? Вот тогда да. Ши читается ши, но по японски это ти. Давайте, ладно, пока Катя подумает, а я кому-нибудь еще дам. Можно мне? Мышкой. Ирина, да? Все, Ирина. Нет. Да, Ирина. Ирина у нас король мышки. Давайте. Mm-hmm. Самое главное, ушастого чиновника нарисуем. Давайте я нарисую, а вы можете повторить. Вот у нас ушастый чиновник. Ну, у меня не очень хорошо, у вас лучше получится. Вот, и тут у него ушастые чиновники, или Чебурашка, вот такой он ушастый чиновник. Он такой озорной, поэтому он не выспался, у него волосы дыбом. Вот такой ушастый чиновник. Вот, Ти. Главное, вот запомните, что в эту сторону, вот у него ухо такое, и у него это торчит волосы или что-нибудь такое. Да, вот, и еще вот сюда надо подрисовать, тогда будет Ти. Ну вот, видишь, она такая немножко более пологая. А если убрать полукруга... Да, но ты молодец, уже хорошо получается, просто надо чуть-чуть полукруглое, да. Кто, так, у нас, я отобрал, давай, Ирина, выбирай Ти и пойдем дальше. Это вот...
Третья. Только Ти в другую сторону, кто там рисует желтеньким. Да, третья. Давай, Ирина, Ирина, мышкой надо двигать, и получится Ти. 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 Где третья? Вот, третья. Вот. Да-да, Ирина, двигай мышкой. А вот стирайте все, стирайте все. Да, вот самое главное, рисуйте вот так вот. Или в себе в тетрадочку. Вот, вот даже, можете даже обвести вот эту. Ладно, я сейчас стираю все. Хорошо. Ну ладно, Ирина стесняется, в следующий раз нажмет. Ти, ти. Нет. Да, надо найти Йо, 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 сейчас покажу, она легко рисуется, легко узнается, потому что это наша Йо. Видно всем? Это точки у меня такие. Йо, Йо, давайте, обведите Йо, Йо, Йо. Сейчас. Йо, да. Нет, чтобы на Йо было похоже, а не просто так. Да, кто... Ирина у нас выбирает... А, Ирина не выбирает. Вова, то есть. Да, вот. И осталось хвостик у Йо. Да, я сейчас... Опа. И... Да, давай, Ирин... У Ирины мышка, она нажимает Йо. Йо. Это у нас И, это Ни, это Ти, это Йо. Ти мы уже узнали, что это чиновник ушастый. Да, Йо, я молодец. Я нарисовал. Да, это Йо-моё, а не Йо. Давайте, кто еще хочет на экране Йо нарисовать? Йо, пока есть. Да, рисуйте, рисуйте. Всё. Рисуйте, у вас все карандаши фломастер есть. Можете в тетрадочке, можете... Вот, да. Йо, йо. Молодцы. Йо. Молодцы. Я еще ровнее могу. Да, еще ровнее можно. В тетрадочке ты ровнее напишешь. Здесь сложнее просто писать. Кто-то может обвести вот прямо по контуру. Вот, молодец. Молодец. Идем дальше. Йо, йо, йо. Да, молодцы. Молодцы. Да. Йо. Молодцы. Да, все стираем все. Чтобы было потом понятно, что это за буква. Так. Все, молодцы. Это Йо-моё, не Йо. Да, все. Теперь Йо можно обвести напоследок, кто смелый. И пойдем дальше. Ой. Ну, первая попытка тоже хорошая, но надо теперь по контуру. По контуру? Да, вот контур у нас, контур. Йо. Во, молодец, молодец. Замечательно получилось. Немножко повыше вышло. Ну ничего страшного, главное похоже. Главное похоже. Да, Йо, Йо, кто у нас? Ирина выбирает букву Йо. Йо, 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 Йо. Молодец. Молодец, Йо. Да, только надо нажать, по-моему, не нажалось. А нет, нажалось, молодец. Да, теперь надо найти Хай, Хай. Вот это буква И. Давайте все нарисуем букву И. Она прямо похожа на нашу букву И. Вот такая и палочка сбоку. Оп. И. Если вот дорисовать, будет совсем буква И. Вот. Можете тут вот обвести И. Да, я пока сотру, чтобы вам было понятно. Кто хочет попробовать И нарисовать? Вот это хай. Хай. Давайте рисуйте, рисуйте. Хай. Хай. Так. Хай. Хай. Ай, вот. Опа. Опа. Да, у кого-то лучше получается. Вот, и хорошее получилось. И вот смотрите, вот примерно такая должна быть. Вот здесь еще правильнее, но здесь практически так и должно. Вот, да, почти, только немножко повернуть, и будет и, да.
Это не совсем я похоже. сейчас Да, рисую. давай, давай, дорисуй. Это я нарисую. Да, вот тут надо дорисовать. Да, вот тут вот крючочек такой, и будет и. Да, и молодец, молодец. Идем дальше. Да, а это ха ты нарисовал. Молодец. Ты даже ха написал. Ха, вот первая ха, а вторая и. Хай. Хай, да. Да. Да, запоминаем. Хай это да. Хай. 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 По-английски это привет, а по-японски это будет хай. Да. 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 Хай. Хай. Да. Это буква М. М. Н. О, я знаю. Да, она даже похожа на английскую Н. Видите? Похожа, да? Да. Нет, на букву К потом будет похоже. Сейчас будет М. Она такая носовая, как французская. М. Да, тут очень вы сильно постарались. Да, молодцы, что исправляетесь сразу. Да, кто нажал М? Правильно. Я. Да, Ирина, молодец. Молодец. Кто хочет М попробовать нарисовать? Обвести прямо. Я. Давайте обводим. Да, кто-то по контуру может, кто-то рядом с контуром, да. Все мычим, как коровки. Молодцы, да. Молодцы. Немножко похоже на... Да, вот молодцы, уже хорошо получается. Просто здесь сложнее рисовать, в тетрадочке у вас получится лучше. Да, вот так вот. Да, немножко наклон, и будет еще лучше. Но уже похоже. Японцы поймут. Молодцы. Да, теперь надо найти. Ирина найдет сейчас. И все помогают. Да, рисовать также можно. Можно рисовать, и у нас Чи есть. Есть М и есть Йо. Любую букву рисуйте. Вот да, вот это молодцы, да. Кто это нарисует? Я была Катя, которая вот это обвела. Понятно, молодец, Катя. Нет, это только я. Только надо не обвести, нарисовать. Кто нарисует, тот и молодец. Но я думаю, вы все успеете нарисовать. Какую-нибудь букву нарисуйте. Есть, да, можно Чи, какие мы рисовали еще буквы? Йо, сам еще не рисовали. Вот второе ухо у чиновника это са, сапоги. Давайте тогда уж са я тогда тоже сделаем. Вот у нас был, чтобы понятно было, вот наш сапожок. Са. То же самое в другую сторону, просто как Чи рисуется, только в другую сторону. Са. Рок. Да, да, кто хочет нарисовать еще какую-нибудь букву? Ну ладно, никто не хочет, тогда рисуем дальше. Рисуем, да, вот са, молодец, са. Са. Да, са, все скажем са, сапог. Са, да, молодцы. Да, сейчас я сотру всю нашу бяку-маляку. Это все хорошо. Вы успеваете быстрее, чем я успеваю стирать, да? Ну, молодцы. Хай. Как бы да. Хай. Надо найти букву И. И, да, вот. Да. У Ирины мышка, она должна нажать. Да, хай. Все скажем хай. Да, хай. Кто рисует, тот рисуйте либо И, либо Ха. Что, кто рисует, то либо И, либо Х. Что хотите, то и рисуйте. Но крестики, они нам ни к чему. Да, вот. И кто-то начал рисовать, да, кто-то Х начал рисовать. Да, хай, молодцы. Да, хай, молодцы. Да, 6, это Рёку. Рёку, сейчас я покажу. Рёку. Нет, не Рёку, а у них такая картавая Р. Р. Между Р
Д и Л. Ну, пока року говорите. Вот это у нас рот. Рот. Вот. Дяденька такой. Рот. Ро. А это кукушка. К. 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 Кукушка. Вот такая кукушонок у нас. Они, это... они... Такая, не? Да, это у нас кукушонок такой. Ну, вот, у вас лучше получится. Вот, вот здесь вот. И еще добавите линейка. Да, року, року, да. Вот она по имее должна быть. Да, молодец. Уже хорошо, но вот это по имее. Значит, вот так вот. Я могу сделать еще ровнее. Ну, примерно, да, такая. Мяу. Похоже на тройку, да, рёку, рёку, молодцы. Оу. Молодцы, да. Это шесть. Рёку, рёку, рёку. Шесть — это рёку, рёку. Да, и рядом там нана. Нана — это семь. Да, рё, а ку кто нарисует? Рёку. Ну, примерно, только вот вторая часть, она более такая массивная. Так, у меня не совсем получилось. Они пропорционально примерно должны быть. Ро... Красненьким. Да, все балуются. Ну, не балуются, а рисуют. Да, ро, да, ку, ку осталось. Молодцы, да. Идем дальше. Рёку, это у нас шесть. Шесть, рёку. А рисуется она еще проще. Это она так произносится, рёку, а пишется она еще проще, вот так вот. Рёку, шесть. Рёку, рёку. Да, вот это шесть у них так рисуется, рёку. Да, и две палочки, да. Только вот это чуть-чуть в центр надо сместить, рёку. Да, рёку. Да, 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 вот так вот. Молодцы, правильно, правильно, правильно. Выбирайте все уже. Да, уже двигаемся. Да, кто, кто у нас, Ирина, выберет рёку, рёку? Где у нас рот и кукушка? Вот. Ну, да, молодец, Ирина. Рёку. Да, рёку. Щиро, это у нас суп, ложка щей. Щей, вы знаете, такие, такой суп вкусный из капусты. Вот она, ложка щей. Вот мы ее нарисуем. Там капуста плавает. Чтобы понятно было, что это щи. Вот там морковка плавает, капуста. Си, си, си. Си, ро, си, ро. А это рот. Си, ро, значит, белый. Си, ро, си, ро. Си, ро. Си, ро. Да, си, ро. Широ, широ, широ. Вот так и напишется. Да, си-ро. Ну, ро у тебя там не войдет, да, где-нибудь в отдельно. Нет, эта ложка супа, она вот не до конца. Это я просто дорисовал до ложки супа. Вот, видишь, она как пишется? Вот такая. Да, вот си-ро, ро. Да, молодцы. Си-ро, это значит белый, си-ро. Широко. Да, сейчас я сейчас все, вот какая красота, да? Широ, широ, да. А у нас Ирина выбирает широ, 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 белый, широ, широ. А не выбирает, потому что меня, да, широ, вот сейчас выбирает. Молодец, широ. Молодец. Молодцы все, молодцы. Широ — это белый. Широ. Широ. Вот. Бывает такой сироп белый. Белый сироп какой-то из... из какой-то крупы, допустим. Широ. Ну, сам сироп, он, в принципе, белый. Да, широ. Широ. Да, кто найдет широ? Широй. Широй. Широ. Ну, можно широ оставить, можно широй. Широй. И на конце еще должно быть чи-ро-и. Чи-ро-и. Да, давай. Он, да, 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 вот все, все подсказывают. Ирина выбирает. Ирина выбирает. Чи-ро-и, молодцы. Я
Орешки! Молодцы! Да, кто хочет написать Широй или идем дальше? Я хочу. Давайте рисуем Широй, Широй. Щи, молодцы, Ро, Ро, И осталось, И. Молодцы, Широй, Широй, идем дальше. Йон, так, Йон, сейчас я, чтобы видно было всем, а то уже... так, что там, почему он не показывает, вот. Сейчас все художества. Да, Йон, Йон это 4. Надо Йо и М найти. Йо, М. Где у нас Йо, М? Так, так. Вот это. Да, молодцы. Так, а Ирина выбирает Йон. Все скажем Йон, Йон, да. Йон. Да, Йон это 4. Да, я она... Пох... Да, молодцы. Я вообще-то не нажал. Да, мы еще не нажали. Она пишется чуть-чуть посложнее. Вот так вот пишется. Так, уберите, пожалуйста, а то не увидите, как четверка пишется. Да, Катя, убери вот эту красоту, пожалуйста. Да, молодец. Да, вот так вот она пишется. Как 2 четверки. 1 четверка прямо смотрит. Вот она у нас. А другая четверка, она как бы с другой стороны. Как занавес. В зеркале, да, как в занавес. Да, кто хочет нарисовать? Вот уже кто-то рисует, да. Только наоборот, вот это вот по пойме. Да, это по пойме палочка будет, а это зеркало. Более скругленное. Да. Да, да, вот так, только тут вот так вот круглее будет. Да, молодцы. Да, кто там у нас рисует тоже. Можно, конечно, учить, а можно баловаться. Кто-то учит, кто-то запоминает, а кто-то балуется. Каждый выбирает, что делать, но, соответственно, побаловаться тоже надо, но в меру, да. Да, в меру надо баловаться. Да, идем. Да, 4-ку мы запомнили, да? Идем дальше. Да. Так, мы не идем дальше, потому что нам Ирина ты не помогла выбрать. Ирина, подожди. Ирина, выбери, пожалуйста, Йон. А, выбрали уже, да? Все. Я из этого, из-за леса заросли не вижу ничего. Поэтому так. Сейчас мы опять придется кому-то. Запретите рисовать. Так. Катя, давай не будем никому не мешать. Все будет. Да. Рёку, кто найдет 6? Рёку, давай. Все подсказываем Ирине, молодцы. Рёку, да, кто-то может даже под... Да, кто-то успел даже написать. Рёку, молодцы. Рёку, да, где у нас Рёку? Так, Ирина выбирает Рёку. Ну, давай Кате мы дадим выбирать. Рёку. Да, давай. Дай мне мышку мою. Да, сейчас Ирина выберет, а в следующий раз потом передадим тебе. Давай, Ирина, выбирай, а потом Кате передадим. Рёку, да. Рёку. А вот это не отключается. Вот не это. Получается. Вот это вот. Ладно, тогда мы дадим кому-нибудь. Не-н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 е. Ладно, Кате дадим. Только если, Катя, будешь баловаться, мы сразу у тебя заберем мышку. Все хорошо? Договорились? Да. Давай, Рёку выбирай. Ой, подожди, не выбирай, потому что вот сейчас можно. Рёку. Да, вот, Вова подсказывает. Рёку. Вот это, блин. Да. Вот это. Нет. Да я нажимаю, не... А почему так?
А, почему? Все, нажимается. Попробуй еще раз. Не нажимается? А почему так? Не знаю. У меня ты мышкой управляешь. Давай еще раз попробуем. Да, пока рисуйте руку, а мы пока с Катей разбираемся, почему не получается. Да, у меня Катя может управлять. Давай еще раз. Не могу, у меня она только появляется и все. Попробуй еще раз. Блин. Не знаю, почему так. Ладно. Так. Рёку, да. Да, кто-то уже успел нарисовать Рёку. Да, Рё. Могу. Можешь? Ну давай. Нажми на эту и обратно. На неё нажми и обратно. Вот она. Рёку, да. Просто надо было подождать немножко. Молодец. Рёку. Молодцы. Да, это у нас 6. Рёку. Да, теперь надо белый найти. Широ. Кто-то рисует, кто-то выбирает. Широ. Да. Да, Вова у нас самый активный. Нет, это не Вова. А кто это у нас? Я. Александр. Я уже нажала на первое. Да, мы видели. Просто ребятки рисуют, я пока не переключаю. Ты можешь тоже пока порисовать. Именно Широ. Широ. Нет, спасибо. Я здесь... Ну ладно, Широ. Ладно. Тогда идем дальше. Широ. Да, тогда все скажем хором. Широ. Белый. Широ. Представляем сироп. Широ. Да, белый сироп. Широ. Да. Давайте послушаем. Нажимай на черепашку или на микрофончик. На микрофон. На микрофончик или на черепашку? На микрофон. Ни. Вот это ни. Это у нас ни. Почему это ни? Это у нас нитки. Смотрите, ребятки. Так, подожди, Катя, дай мне мышку ненадолго. Дай мне мышку ненадолго. Я тебе ее отдам. Так, вот у нас ни. Так, почему она не показалась? Сейчас я... Да, кто-то может пока без меня рисуете. А у меня почему-то вот. Все, наконец у меня появилось. Ни. Вот. И вот она тут продолжается. Это у нас клубок с нитками. Вот тут у нас катушка. И наматывается. Вот это как бы перемещаем сюда. Наматываем нитки. Ни. Да, это у нас ни. Да, у кого получается? Это нитки. Да, вот, молодцы. Ни. Молодцы. Это нитки, да? Да. И вот кто-то нарисовал даже двойку. Ни – это двойка. Вот она. Ни. Кто-то хочет еще двойку порисовать? Ни. Я. Да, рисуй. Вот эти две палочки надо нарисовать. Ни. Можно эту рисовать, но это сложнее чуть-чуть. А вот ни легко рисовать. Это два. Вот двоечка. Нет, двоечка хорошо, но по-японски интереснее. Почему это двойка? Во-первых, две палки, а во-вторых, можно вот так вот. Вот, видите, двоечка. Ни. Да, вот. Письменная К. Ай. Один вопрос. Как произносится 4? Йон. Йо и носовой Н. Йон. Носимся. Да, идем дальше. Так, ни. Катя, будешь выбирать ни или я выберу? Давай, выбирай. Ни, где у нас нитки? Ищем нитки.
Ни. Вот это. Нет, это ичи, это один. А надо ни. Ичи надо убрать. Ичи, нажми на ичи. Да. Да, нет. Тут только ни. Ни. Надо ни только нажать. Ни. Я пытаюсь. Катя, надо на ни нажать, и все, и enter. Да, enter. Молодец. Enter, check. Да, вот как раз кто спрашивал 4, вот она, Йонг, Йонг. Кто хочет, поясните. Йонг, сам. Тройку нарисую. Да, сам, сам. А тройка еще рисуется легче, чем четверка. Так, да, подожди, Катя, не рисуй ничего пока. Да, молодцы, кто рисует. Вот у нас была двойка, а стала тройка. Вот она. Чтобы угадать, можно посчитать палочки, а можно дорисовать до тройки. Вот. Сам. Сам. То есть вот получается у нас первая цифра ичи, ни. А как сам читается? Один и три. Ичи, ичи один, видите, ичего ты один? Ичи, ни, сам, сам три, и четыре у нас будет йонг, йонг, сейчас нарисую. Это две четверки друг на друга смотрят. Да. Так, Катя, не балуйся, а то я заберу у тебя мышку. Я буду ей водить. Поэтому вы у меня не отберете. Так. Подожди, Катя. Катя, дай мне мышку ненадолго. Где моя мышка? Вот она. Все. Да, кто хочет порисовать сам? Сапог и м. Сам? Сам? Ну, я еще раз нарисую. Ичи. Ичи. Да, рисуйте, рисуйте. Ичи, ни, сан, йон. Да, вот. Это четыре. Да, кто-то рисует, а кто-то балуется. Это чья? Катя, мы тебя дисквалифицируем, если так будешь делать. Мышку у тебя отоберем. Все, последний раз предупреждение, и забираем мышку. Да. Очистить рисунки. Вот, я свои оставил. Давайте еще раз нарисуем сам. Сам. Не, я не хочу. Да, кто рисует, тот... Да, да, рисуйте, рисуйте. Сам, сам. Сапог. Видите, сапог и м. Только у тебя чи получилось. В другую сторону сам. Вот, вот, да, вот это сам. 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 Вот. Молодец, молодцы. Так, Катя, все. Мы забираем у тебя мышку. Раз ты не... Катя, мы забираем мышку навсегда. Ну почему? Навсегда. Может быть, Катя исправится. Так. Так, кто хочет мышкой? Светлана, я. Станислав? Я. Я хочу мышку, я буду вечером. Ну, в следующий раз. Так, Елена, да? Или кто? Ирина? Я хочу. Я. Ладно, Ирина, давай. Да, да, я хочу закрашу. Да, йон, йон, йон. Йон. Да, молодцы. Да, нажимаем Enter. Йон. Сам, мы сейчас Катины художества сотрём. Так, Катя в следующий раз придёт с мамой. Ладно, я шучу. Но шутки шутками, мы пока стерем, чтобы было видно все. Да. Сан. Так, Катя опять разбушевалась.
Я а сам, это вот это. Да, сам, это выбираем. Давай, Ирина, пока... А, подожди, не видно. Так, я сейчас... Выкиньте ее. Сейчас я очищу экран. Так. Очищу все рисунки. Так, вот это сделаем. Да, Ирина, выбирай. Да, сам. Сам выбрал, да? Я его не выбираю. Я не выбираю. Да. Сам... Да, молодец, кто-то сам. Выбирает. Молодцы, сам. Да, Ирина выбирает у нас. Я нет. Да, Вова пока не выбирает. Да. Йон, 4, 4. Это Йон. Вот это. Сейчас давай, я сама. Давай. Да, вот. А все, кто хочет, порисует Йон. Кто хочет рисовать Йон? Да, молодцы, да, это Вова, да? Нет. Молодцы. Нет, но сейчас Вова тоже нарисует, да? Так, это у нас... А, это 4, все понял. 4 равно Йон. Молодцы. Идем дальше. Йон. Хай. Как мы запомнили? Хай переводится. Хай, это да. Да, молодцы. Ну или ты хочешь ввести, можешь ты ввести. По-английски да, надо ввести. Вы можете. Только секунду. Надо поменять язык, да. Да, ладно, я на английском могу ввести. Я говорю, поменять язык, у тебя P стоит. Поменяй язык. Угу. Угу, сейчас все. Секунду. Да, и еще одна буква. Молодец. Хай. Давайте все скажем хай. Да. Хай. Да, хай, да. Хай. Хай. Угу. Да. Сан. Троечка. Сан. Сан. Ой, вот это. Я да. Йон, убери, нажми на Йон. Угу. Да, молодцы. Да, кто рисует сан. Можете, кто успеет, даже Йон нарисовать. А я нарисую, как это пишется, как они всегда пишут. Они не пишут хироганой, вот как мы сейчас. Они пишут вот так вот, иероглифами. Сан. Йон, вы уже, наверное, все запомнили. Четверка друг на друга смотрит. А пишут как по-китайски, вот как иероглифами. Да, немного... это китайские иероглифы, да, все правильно. Они называются канзи, китайские иероглифы. Канзи. Канзи. Да, вот эти иероглифы, они называют канзи, китайские иероглифы. Да, молодцы. Вот это сан, это йон, а еще мы изучили ичи, ни. Ичи, ни. Вот, молодцы. Так, enter мы нажимаем. Так, не нажимается. Угу. Вот такой вот быстрый обзор. И сейчас мы, если вы не устали, можем еще мультик посмотреть. Да, давайте. Давайте посмотрим мультик. Только мне надо его найти еще. У меня в другом месте. Давайте вначале катакану споем. О, не катакану, хирогану споем. Песенка про хирогану. Так, я уберу лишнее. Давайте все. Да, сотру лишние буквы. Да, и сейчас... А почему она не идет? Вот, сейчас пойдет. Вот это. А, И, У, Э, О. А, И, У, Э, О. А, это катакана. Так, мы ее не изучали. Давайте хирогану лучше. Так. Давайте хирогану. Я думал, сразу катакана будет. Ой, хирогана, а тут катакана. Так, сейчас хирогана. Хирогана. Сон. Может, даже другая песенка будет. Да, давайте с этим... Это реклама? С девочкой-кроликом. Девочка-кролик.
Мы ничего, я ничего не слышу. А, слух, звука нет, да? Сейчас я нажму, чтобы был звук. Вы сразу бы сказали, а то мы без звука занимаемся. Конничива, my name is Cyber Bunny. Да, конничива, это привет. Конничива или добрый день, конничива. Так, она слишком долго будет говорить. Где-то тут начинается песенка. Вот. Вот здесь где-то начинается песенка. Let's begin. А-и-у-э-о, а-и-у-э-о, а-и-у-э-о. Ка-ки-ку-ке-ко. Давайте, так, как это сделать? Сейчас я снова, чтобы все вовремя вступили. Первые буквы А, И, У, Э, О. Да, сейчас я вниз опущу, чтобы все видели. Let's begin. А, И, У, Э, О. А, И, У, Э, О. А, И, У, Э, О. Ка, Ки, Ку, Ке, Ко. Ка, Ки, Ку, Ке, Ко. Ки, Ку, Ке, Ко. Да, давайте по отдельности, хотя бы первые пять букв выучим. Ну, в смысле, какая последовательность. А потом просто добавляем первые буквы. А, И, У, Э, О. Да, А, И, У, Э, О. Потом Ка, Ки, Ку, Ке, Ко. Са, Си, Су, Се, Со. Ма, Ми, Му, Ми, Мо. Ну, там разные буквы добавляются вот к этой. Мами. Да, как А, И, У, Э, О. Вот первая буква хотя бы запомнила. Да, молодцы. А потом просто к ней прибавляются согласные. Угу. Давайте еще раз попробуем. А, И, У, Э, О. А, И, У, Э, О. А, И, У, Э, О. Ка-ки, ку-ке-ко, ка-ки, ку-ке-ко, ка-ки, ку-ке-ко. Са-си, су-се-со, са-си, су-се-со, са-си, су-се-со. Са-си, су-се-со, са-си, су-те-то, са-си, су-те-то. На-ни, ну-не-но, на-ни, ну-не-но, на-ни, ну-не-но, на. Ахи, ухехо, ахи, ухехо, ахи, ухехо. Мами, мумемо, мами, мумемо, мами, мумемо. Я, ю, ё. Я, ю, ё. Я, ли, дурэро, я, ли, дурэро, я, ли, дурэро. Ба, о, ба, о, Good job! よくできたね! See, wasn't it so easy? Practice this a few more times and так. You'll be a lot more comfortable with your reading and pronunciation skills. Yeah. じゃあ、またね! See you next time! Вот такой маленький мультик. Еще один мультик осилите? Или уже устали? Да, осилим! Да. Несколько иероглифов записала. Ой, молодец какая. Все, кто записал, тот молодец. Кто не записал, тот тоже молодец, но... Я все записала, все новые слова. Молодцы, молодцы. Так, мы сейчас найдем только плейлист. Вот, называется... Можете потом с мамой тоже посмотреть. Но там надо будет переводить с английского хотя бы. Кто, у кого мама английский хорошо знает, можете запомнить, запишите тогда, если хотите потом. Да, А, И, У, Э, О. А, И, У, Э, О. Хотя бы вот эти буквы запомните, и уже хорошо будет. А, И, У, Э, О. Это основа японского алфавита, вот эта последовательность буквы. А, И, У, Э, О. А, И, У, Э, О. А, И, У, Э, О.
Сколько их там? Да, вот сейчас. Everything in life is a negotiation. Это реклама. When you cross the street is a negotiation. Getting your coffee at Starbucks. Вот сейчас мультик. Ой. Один из зайцев, которые будут путешествовать. Да. Можно пока повторять. А, у, э, и, э, о, а, у, и. Так. А. А, э, и, у, э. А, и, у, э, о. А, и, у, э, о. Да. А, и, у, э, о. Да, сейчас они будут знакомиться. Знакомиться сейчас будут. Конничива. Давайте все скажем. Конничива. 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 Это привет. Конничива. Конничива, да. Конничива. Конничива. Да, он отвечает. Конничива тоже. Привет, привет. Генки. Да, теперь он спрашивает. Генки. Как дела? Генки. 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 Да, генки. Генки да йо. Генки да йо, хорошо. Генки да йо. Генки да йо. Да, да йо. Генки да йо. Генки да йо. Генки да йо. Генки. Генки да йо. Все хорошо? Да, она това. А у тебя? Она това? Она това? А у тебя? Генки да йо? Да. Тоже, у меня тоже хорошо. Генки да йо. Коре ва нанни? Да, коре ва нанни. Что это? Коре ва нанни. Нанни это что? А коре это. Они так спрашивают. Это что? Коре ва нанни. Коре ва нанни. Давайте скажем вместе. Коре ва нанни. Коре ва нанни. Нанни нанни. Нани-нани-нани-нани-нани-нани. Да. Неко. 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 Это кошка. Неко. 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 Молодцы. Да, нежная кошечка, можно так запомнить. Неко. 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 Добуцу. Да, добуцу. Добуцу это животное. Добуцу. 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 Да, добуцу. Вот тут даже показано, над О такая черточка показывает, что это длинный слог. Добуцу, добуцу. Угу. Животное. Неко. Неко. Вот видите, неко, вот так она пишется, неко. Кто внимательный, можете даже написать себе в тетрадочку, неко, неко. Неко. Не, она прям... я не очень хочу. Неко! Нет, не обязательно рисовать, я просто говорю, что можно написать. Вот, даже видите, она как кошечка. У меня лагает камера? Да, вот у нее хвостик идет. Это у нее лапки. Вот такая кошечка у нас. Неко! Неко! Неко. У меня камера лагает? Что она? У меня камера лагает? А, может быть, камера... У меня нет, у меня не лагает. А это у нас котел. Котел. Ко. Ко. Котел. Моя камера лагает. Понятно. Может быть... Нет, я просто... Я как будто остановился. Нет, я остановил... Остановил... мультик. Мультик остановил, так что ни у кого ничего не лагает. Просто я... На паузу нажал, чтобы показать, что это кошечка. Неко, неко. Все, никто не лагает.
猫猫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 猫Да, неко. Ину. Ину, это собака. Ину, ину. Видите, и мы запомнили уже. И, а это ну. Ину. Ну, ну. Да, ину, ину. Ину. Собака, собака. Ину. 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 Да, ину, ину, ину. Собака. Ину, ину, ину. Коре ва ину. Да, коре ва ину. Это собака. Коре ва ину. Да, ко мы через кошечку запомнили. Ко, кошечка так заканчивается. Ко, это ре, это ре, это не не, это ре. Уне, она закругляется, а у ре у нее такой хвостик. Коре ва ину, ину, ину. И мы запомнили уже. Коре ва ину. Угу. Идем дальше. Я записала. Запиши, да. Да, запиши. Коре ва ину. Коре ва ину. Коре ва ину. Да. Коре ва ину. Давайте все вместе скажем. Коре ва ину. Коре ва ину. Да, это собака. Или скажем, давайте скажем еще. Коре ва неко. Это кошка. Коре ва неко. Коре ва неко. Да, но они еще в конце добавляют дес. Коре ва неко дес. Коре ва неко дес. Коре ва неко дес. Да, неко дес. Угу. Все записали, что хотели? Да. Ну, давайте еще раз тогда потренируемся. Коре ва ину дес. Коре ва ину дес. Коре ва ину дес. Да, это собака. Собака. Да, коре ва ину дес. Коре ва неко дес. Коре ва неко дес. Да, а как будет, как дела? Это я сейчас сама скажу. Можно? Да. Это кунки. Генки, генки деска, генки деска. Это как дела? Генки деска. Молодцы, да, генки деска. Это как дела? Молодцы. Нихки но ину. Да, нихки но ину. Ни это значит две. Ни мы рисовали две черточки, а ну и ни тоже мы изучали. Так, ну давайте еще подпишу, чтобы было понятно. Тоже. Да, вот она. Нихики но ину. Ину мы уже запомнили, собака. Нихики но ину. Это два. Две собаки. Нихикно ину. Нихикно. Да, нихикно ину. Да. Ичи ни. Одна. Одна. Так, ну давайте тогда, чтобы вы меня было пропорционально. Что? Вы меня видите? Да, Ирина, вижу тебя. А я себя нет. Не знаю, что происходит. Да, да, это у нас ичи, ичи, а это ни. И две собаки. Все нарисовали, кто хотел? Да, я написал. Да, молодцы. Нихикно ину. Да. Нихикно ину. Ичи, ни. Да, ичи, ичи, один, ни, два. Ичи, ни. Ичи, ни. Угу. Неко то ину. Да, вот мы с кошечкой познакомились. Неко, она видится с хвостиком. Неко, неко то это и. То это и. То это и. Ину. Ину. Я Ирину вижу. Кошка с собакой. Да, кошка с собакой. Кошка с собакой. Да, неко то ину. Неко то ину. Неко то ину. То ину. Да, неко то ину. Подождите, я запишу это. Да, попробуй. Неко то ину. Неко то ину. Неко то ину.
猫と犬。うん、猫と犬。やった。やっとです。では。Сейчас, я уже... Все, все, все записал. Молодцы, да, все, кто хотел записать. Да. Молодцы, некото ину. Кошка и собака, некото ину. Конничива, ватасива неко. Да, что означает? Что означает? Конничива, ватасива неко. Ватаси... Конничива, привет. Да, ватаси... Подожди. Да, ватаси это я. Да, все правильно. Я кот. Да, я кошка, все правильно. Привет, я кошка или я кот. В зависимости. Ватаси это я. Ватаси. Ватаси. Конничива. Ватаси ва неко. Неко. Здравствуйте, я кошка. Да, здравствуйте или привет, я кошка. Все правильно. Если... Да, кто рисует, тот рисует. Кон означает это, если дословно, ничи это день. Этот день, дословно. Этот день есть. Сейчас этот день, дословно. Вот. Ватаси ва это я. Ватаси ва неко. Неко, кошка. Ватаси ва неко. Да. Конничива, ватаси ва неко. Конничива, ватаси ва неко. Конничива, ватаси ва неко. Конничива. Да, конничива. Конничива. Ватаси ва неко. Ватаси ва неко. Да. Записала. Молодец. Все записали, успели? Да. Молодцы. Конничива, ватаси ва неко. А тори. Это тори. Тори. Тори, да, вот у нас то было частица и то. Тори. А ри это новая тори. Буковка. Да, тори, тори, тори. Это птичка. Птичка переводится. Птица. Тори, 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 тори. Да. Тори. А вот в японском языке прилагательное ставится перед существительным или после существительного? По-разному бывает, но чаще всего перед. Перед. Да. Угу. Тори. Спасибо. Тори. Перед у меня лагает. Записала. Нет, я просто поставил на паузу, ни у кого ничего не лагает. Все написали, да, Тори? У меня да. Камера остановилась. А я просто паузу поставил, поэтому у тебя остановилось. Тори. Тори, давайте все скажем Тори. Вы меня не видите. Вы меня не видите, что я двигаюсь. А, сейчас не показывают. Ну тогда выйди и снова зайди быстренько. Тори. Хорошо. Тори. Пока. Тори. Да, ждем тебя. Пока. Тори. 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 Ирина. Тори. Тори. Ирина. А, Ирина уже вышла. Нет, я вообще-то здесь. А. Нет, все здесь. Тори. Тори тачи. Да, а тачи показывает, что это множественное число. То есть много птиц. То есть птицы. Тори тачи. Тачи. Тачи это показывает, что это не одна птица, а несколько. Тори тачи. Тори тачи. Тори это птичка. Птица. Да, а тори тачи это птицы. Тори тачи. Мою знакомую зовут Тачи. А, Тачи, понятно. Ну там... Тачи! Понятно. А давайте скажем кошки. Неко, кошки. Вот, кошка, а... Неко Тачи. Да, Неко Тачи. Неко Тачи. А как вот собаки? Собаки. А, это Ину Тачи. Ину Тачи, молодцы, это да. Все записали птички? Птички все записали? Да. Так, Тори Тачи. Молодцы. Тори Тачи. Тори Тачи. Тори. Да, Тори. Тори птичка. Да, Тори, это птичка. Сакана. Сакана. Это кто у нас? Сакана.
Рыба. Да, рыба. Сакана. Сакана. Это рыба. Сакана. Сакана. Да, мы са... Рыбы. Да, саканатачи, бот рыбы, все правильно. Са, мы запомнили, что это сапог. Смотрите, сапог. Сапог. Да. Ка, потому что на букву К похоже. А на, потому что похоже на английскую Н. А тут буква А. Да. На. Да, сакана. 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 Да. Сакана тачи. Да, сакана тачи это бот рыбы. Угу. Да, все записали? Да. Молодцы, сакана тачи. Коре ва сакана. Да. Вот, коре ва это рыба. Коре ва сакана. Еще они добавляют дес. Коре ва сакана дес. Коре ва сакана дес. Коре ва сакана дес. Сакана дес. Угу, молодцы. Коре ва сакана дес. Молодцы. Конничива. Да, вот она приветствует вас. Конничива. Конничива. Привет. Да, конничива, привет. Конничива. Да, вот как раз вот сейчас рыбы, да, конничива. Сакана тачи. Вот, сакана тачи. Вот. Сакана тачи. Да, сакана тачи. Сакана тачи. Молодцы. Сакана тачи. А, блин. Ну, уже было же сакана тачи, мы же говорили. Или да. Ты хочешь иероглифы написать? Сакана тачи. Иероглифы. А, иероглифы. Ты молодец. Да, вот та мы еще не проходили, та, смотри, как легко запомнить. Вот у нас английская Т и английская А. Та. Та. А Ти мы уже проходили, чиновник ушастый или чебурашка. Са в эту сторону, потому что сапог. Сапог. А это К. Сакана тачи. Сакана тачи. Молодцы. Все, записала, да? Да. Молодец. Да, вот такой смешной мультик. Понравилось? Да. Да. Вот тогда... Костика матут. Да, тогда на сегодня... сегодня... Всё? Да, на сегодня все. Жду вас тогда завтра на французский. Французский? Да, на французский. Да, ладно, счастливо всем. Я сейчас помню, моя подруга может говорить по французскому. Молодец, подруга у тебя. Спасибо большое. Ладно, счастливо. Спасибо, я выхожу. Пока. Хорошо. Будет здравствуйте. Да, до свидания, будет сайонара, а здравствуйте, будет конничива, конничива. Да, можно всем сказать сайонара, сайонара. Сайонара, сайонара. Да, сайонара, сайонара, сайонара. Да. Сайонара, 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 сайонара. Угу. Угу, молодец, молодец. Молодец. Так, я выключаю. Вы молодцы все, активны, как всегда. Молодцы. Спасибо, до свидания. Счастливо.